Джон из Чикаго спрашивает относительно тех людей, которым проводят интегральное воспитание. Может быть, в результате этих семинаров они пройдут тоже процесс осознания зла, или это произойдет по-другому у них? Да, но из-за того, что они на связи с нами, как только мы начинаем связываться с широкими слоями населения, и они становятся связанными, поддерживаются, как бы прилепляются к нам, то мы превращаемся с ними в единое тело. И тогда начинают принимать разные впечатления от нас, но от нас никогда в них не появится что-то самостоятельно новое. Все, что у нас есть, почувствуется и у них. Так же, как тело чувствует голову, понимает голову и действует соответственно.